разговор с Богом, канал про энергию человека, а также физическую и духовную практику. Везде, в принципе, их опыт тоже везде одинаково. Единственное, что меняется, это туз пикей, десятка и девятка. То есть, получается, ну ладно, у меня вот здесь получается, я сейчас примерно расскажу, да. У меня здесь получается, я хлоп, интерес в дороге какой-то, хлопоты огнем. В ногах не особо важная ситуация. Так, в ногах не особо интересная ситуация, поэтому она может быть и не быть. Но тут получается свидание, хлопоты и любовь. Свидание, любовь, это девятка тут уже. Получается, да. Что в боках? В боках, да. Тоже. Свидание. В дом. Дом свой, да. И какие-то денежные. Деньги, да. Здесь это деньги. В основном. Получается. Здесь получается. Так, интерес, любви, тоже любовь, но почему-то здесь какой-то пики, это плохое, но в общем-то то, что есть красное, это любовь там, а здесь что-то плохое происходящее. Так, ну ладно, дальше посмотрим. Опа, получается здесь хлопоты о каком-то, ну, в общем, с каким-то старым человеком, мужчина. Вот здесь дорога, дорога женщины, которая до 35 лет. Здесь получается разговор, интересный разговор, и здесь у нас получается интересный разговор, свидание с разговором, в принципе, да. Так, и накладываем наверх еще две карты. Посмотрим, что у нас было на сердце. Это, в принципе, мы можем убирать. Да, мы это убираем, убираем. Все мы посмотрели. И расклад уже сделали на это дело. Но это, на этом не заканчивается наше гадание. Потому что мы смотрим, что у нас на сердце. На сердце. Разговор. Тут разговор, получается, опыт о разговоре с некой дамой до 25, а денежно, деньгах, вот здесь это получится деньги, да, опять, ладно, а под сердцем у нас лежит интерес к дороге, ладно. Дальше, что мы делаем? Дальше мы размешиваем оставшуюся колоду. Так, сюда ложим две карты. Сюда две. Сюда одну. И так по кругу ложим. Пока не наберется 16 карт. Проверяем, сколько действительно тут 16 карт или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно.
Ребята, я вас не обманул. Перемешиваем. Эту колоду мы откладываем. Она уже у нас не будет, в общем-то, участвовать. А эту мы размешиваем. И вот тут получается дальше продолжение гадания этого. Что было, что будет. А, нет, неправильно я вам сказал. Для себя, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем дело кончится. Вот. Все правильно. Теперь все правильно. Вот так, раскладываем, получается, одна карта остается, это чем дело кончится. Что было у меня? Свидание, походы с молодой парой, какой-то молодой парой, да. Что будет? А, для себя, это для себя, для дома. Для дома. Хлопоты о дороге, деньгам, в общем-то, опять хлопоты о дороге, деньгам. Что для сердца? Для сердца. Хлопоты о разговоре. Почему-то, да, здесь получается это. Вот здесь мертвое. Почему-то разговор о мертвых. Я хочу разговаривать. Для, получается, для себя, для дома, для сердца. О мертвых. Не знаю. Может быть. Может быть, а кому, кого сейчас нету, и понятно. Что было? Было разговор с каким-то человеком в моем же доме. Получается, да. Ага. То есть, а, это я разговор-то. Я разговор в доме. Получается, просто разговор в доме. Значит, а здесь получается интересное свидание. Дорога там, да. Дорога. Чем останешься, чем дело кончится, это дорога. Дорога, да, получается. Так, а теперь мы еще раз эту колоду перемешиваем. И что делаем дальше? Раскладываем на 4 части. И получается, в какой-то части должен быть выпасть ваша карта. То есть, в данный момент у меня король червей должен. И это с чем я останусь? С чем останусь? Так. Это отпадает, отбрасываем в сторону. Тут меня нет, отбрасываем в сторону. Тут тоже нет, похоже, последний. Вот, получается, хлопот о свидании. И опять мертвые. Получается, да. В общем-то. Получается, я должен пойти, скорее всего, родственника, которого уже нет. А это значит на кладбище сходить. А давно они ждут меня сходить туда. Ну, видимо, так оно и есть. Насколько правдиво, я не могу сказать вам, потому что вы не можете проверить меня, насколько правдиво. Я вам рассказал все это дело. Но вы можете таким же образом проверить. Если вам заинтересовало то, что я вам объясню, в каком положении должна быть карта. Либо разрисую, в общем-то, да. Возможно,
я разрисую и покажу, я, наверное, покажу в Инстаграме, кому интересно, кто будет писать мне в комментарии под этим видео. И давайте, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте там лайки, дизлайки, потому что интереснее будет смотреть, что вам понравилось, что не понравилось, и комментируйте. Я вам расскажу, как, какая карта обозначает и в каком положении она чего обозначает. Потому что разное положение оно может по-разному обозначать. Вот. Поэтому, ребят, вот, кто впервые меня смотрит, и я снимаю много разных видео, вплоть и гаданий, и много чего, потому что интереса много. И эзотерика вообще включает в себя много чего. Но канал не только про эзотерику. Вот в чем. Многие пишут там, зачем ты там это самое. Ну да. А канал про развитие физическое, духовное и так энергетическое, и также эзотерика. Много чего в него включает. Поэтому разнообразное видео. Каждый найдет свое. Если вам нравится мой канал, я буду выпускать новые видео для вас специально. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик для того, чтобы я видел, что вам заинтересовало. И не пропускайте мое видео, в общем-то, вот для этого и нажимайте колокольчик. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вы увидите много интересного. Надеюсь, вы меня выслушали. И будем дальше снимать. Я не заброшу это дело. Так что, ребята, всем пока. С вами был Крутых Сергей и канал «Разговор с Богом».